Котята Персик и Пушинка появились в приюте месяц назад. Сначала их подкармливали возле частной школы информатики, а затем забрали в мурдом вместе с мамой. Котятам 3,5 месяца. У них уже есть первая вакцинация, обработка от блох и клещей. Кроме того, они чипированы и приучены к лотку. Леди Пушинка. Она хоть и леди, конечно, но пока манеры оставляют желать лучшего. Котята очень ласковые, активные и контактные. Их очень любят дети, которые приходят в приют. Пушинка полностью соответствует своему имени. А ее брат Персик, наоборот, гладкошерстный котик. Она очень активная, она бегает, прыгает. Она сейчас много кусается, потому что идет смена зубов с молочных на постоянные. Это нормально. То есть мы говорим, ну, как дети. То есть активные, все хотят попробовать на зуб, все хорошо. Но при этом обратите внимание, насколько спокойно она сейчас сидит на ручках. Она уже потихоньку засыпает. Пушинку уже забирали из мурдома, но будущей хозяйке не удалось договориться с арендодателем. Мы их отдаем, естественно, в заботливые руки, без самовыгула, отдаем с последующей стерилизацией, кастрацией по возрасту, то есть это уже где-то через 4 месяца можно будет делать. Поэтому присмотритесь вот к таким замечательным котятам, которые находятся в нашем приюте. Выбрать себе пушистого друга и забрать его домой может любой желающий. По всем вопросам обращайтесь по телефону 8 908 762 09 51 или пишите в группу приюта Мурдом ВКонтакте.